Всем привет, я продолжаю играть в игру Корсар, и каждому свое на сложности отчаянный Корсар. Сейчас Шарль де Мор прибыл снова на Доминику, идет тут-то от Хапаку, так как он достал первый амулет в логове бандитов недалеко от Белиза, и вот он должен его отдать этому шаману. Соответственно, он отдает амулет, тут от Хапак напоминает, что нужно достать еще один. Шарлю напоминать это не нужно. Он сам помнит. За вторым амулетом ему нужно отправляться, напомню, на Барбадос. И он держит курс именно туда. И вот Шарль де Мор прибыл на Барбадос. Кстати, в предыдущей серии я замечал, что некоторые изменения произошли в игре. Вот сейчас я рад отметить, что они произошли в рамках патча от 5 февраля этого года. Ну, радостно, безусловно, замечать, что игра по-прежнему претерпевает изменения и обновления. Надеюсь, эти изменения и обновления будут к лучшему. И вот Шарль должен теперь расспросить по поводу Джека или Джексона, который плавает на шебеке. Название которой означает полуптицу-полуженщину, рожденную морскими божествами. И пока Шарль не вобьет, вернее я не вобью, название гарпия, портовый управляющий не даст никакой информации по поводу этого человека. Ну вот, я вбиваю, и, соответственно, портовый управляющий говорит, что это некто Реджинальд Джексон, но теперь он на Барбадосе не появляется, он нанялся голландской вест-индийской компанией, нужно плыть в Вильямстад. Шарль в Вильямстаде, здесь ему нужно идти в резиденцию голландской вест-индийской компании, которая находится в этом доме. При входе ему нужно сказать, что он по торговым делам, а именно относительно торговых лицензий, морских приборов и прочего. Его направляют к Минхеру Герритсу, а вот и Корис Герритс. У него Шарль спрашивает, где он может найти Реджинальда Джексона. Герритс отвечает, что тот осуществляет челночные перевозки по маршруту Порт-Рояль-Филипсбург. В общем, он очень редко бывает в этих двух портах, только на время погрузки и все время в море, поэтому его нужно искать на глобальной карте между этими двумя портами. В общем, это чревато, конечно, большой потерей времени, но делать нечего, и Шарль отправляется в Филипсбург, оттуда поплывет в Порт-Рояль. Шарль подплывает к Сент-Мартену, здесь нужно заплатить месячное жалование, и на его счастье, навстречу движется корабль с зелеными парусами. Это действительно гарпия капитана Реджинальда Джексона под французским флагом. Но вообще очень интересный маршрут, конечно, между Филипсбургом и Порт-Роялем. Неудивительно, что он плавает под французским флагом. А также пикантная особенность, конечно, это англичанин, нанятый голландской вест-индийской компанией. Но Шарля все эти дела, конечно, не касаются. Его интересует исключительно амулет. И вот он идет на корабль к этому Джексону. Говорит тому, что его послал смотритель маяка Гваделупы, его приятель. Его интересует странный амулет. Джексон отвечает, что в принципе он, конечно, не против продать, так как для него этот амулет действительно бесполезен. Но дело в том, что при нем его нет. Он хранит этот амулет вместе с остальными своими вещами в сундуке на маяке Барбадоса. Шарль предлагает поплыть на этот маяк, но Джексон отвечает, что он не может бросить свою работу. Предлагает альтернативу. Он может за 500 дублонов дать Шарлю ключ, чтобы тот открыл сундук и забрал вместе с амулетом все его вещи. В общем, Шарль, конечно, не против, но дело в том, что я, в общем, не ожидал так быстро встретить Джексона, поэтому Шарля с собой нет 500 дублонов, ему нужно сначала сходить в каюту своего корабля. Отправляется Шарль за дублонами. Ну, понятно, что можно отдать Джексону эти дублоны не с самого начала. В общем, можно потом, видимо, найти. Он долго действительно, как он выражается, здесь плавает. Поэтому, если по каким-то причинам, видимо, у вас нет этих дублонов, то можете потом его действительно найти. Ну, у Шарля они, конечно, здесь есть в сундуках, поэтому сейчас по-быстрому возьмем дублоны и отправимся обратно к Реджинальду Джексону.
Но также Шарль, в общем, отметил для себя, что это большое счастье, что этот Джексон оставил этот амулет на берегу, так как понятно, что за амулетом охотятся колючие. Если бы Джексон таскал этот амулет с собой, то я думаю, что... Вернее, Шарль думает, что давно бы этот амулет был бы уже Бальтазара де Кардеса. И вот Шарль отдает дублоны, получает ключ. Теперь он может с разрешения этого Реджинальда Джексона забрать и все остальные вещи. Реджинальд просто просит, чтобы Шарль оставил ключ в замке, чтобы не ставить новый замок. Но вообще оригинальная просьба, конечно, да ладно. В общем, Шарль отправляется на Барбадос. Шарль прибыл на маяк Барбадоса. Здесь ему нужно будет забраться внутрь. Сейчас посмотрим, что из себя представляет этот ключ. Стальной ключ, который дал Джексон. Также нужно оставить абордажников здесь, чтобы они там не мешались. Кроме того, лишние глаза, в общем, там не нужны. Хотя своим абордажникам Шарль, в общем, доверяет практически как себе. Напомню, что они с ним уже очень давно. Собственно, с самого начала игры практически все, вернее, даже не практически, а все. Но вы видите путь, по которому надо идти к этому сундуку. В общем, здесь, как всегда, проблема. Второй раз спрыгнуть, собственно, на саму полку, если можно так выразиться, с этим сундуком. Но вот, наконец-то, это получилось. Двузарядный пистолет уникальный. Также амулет, который Шарль ищет, индейский. Также карта Барбадоса, половина карты сокровищ, амулет, камешки и прочий хлам. Ну что ж, самое главное, Шарль нашел амулет. Я думаю, что половинка карты ему тоже пригодится. Так как у Шарля уже была половинка, поэтому теперь уже будет карта второго уровня, или как она там называется, по двум половинкам. Ну что ж, теперь надо отправляться на Доминику, опять к шаману. Шарль вернулся на Доминику, здесь ему снова надо идти к Тутхапаку, чтобы отдать второй амулет. Тутхапак хвалит Шарля, говорит, что теперь собраны все амулеты, которые позволят Шарлю пройти Чевинави, мертвых слуг Юмсемиля. Осталось найти нефритовый череп этого самого Юмсемиля. Шарль просит подсказку у шамана, но шаман говорит, что Шарль сам знает, где искать этот череп. Понятное дело, нужно отправляться в Вильямстад. Шарль уже в Вильямстаде, вот он на пристани размышляет, откуда еще начать поиски Мэримана. Тут к нему подходит священник, что называется, на ловца и зверь бежит. Он говорит, что он навел о Шарле справки и считает, что Шарль ему не откажет той просьбе, в которой ему отказали власти. Дело в том, что в доме напротив губернаторского дворца некоторое время жил некий черный колдун Мэриман, за которым охотится инквизиция. И вот после того, как он съехал с этого дома, там стали происходить странные события. Во-первых, перестала выходить хозяйка этого дома на улицу. Во-вторых, там по ночам появились странные звуки, а также красно-синее сияние возникает по ночам. В общем, они с отцом Клеменсом обратились к коменданту. Тот послал 4 солдат, но они там ничего не нашли. Но кроме этой хозяйки, там еще исчезли 2 бездомных. В общем, понятно, что там творится какая-то чертовщина. И просьба заключается в том, чтобы Шарль наведался туда ночью, а потом сообщил обо всем увиденном отцу Клеменсу. И вот ночью Шарль выполняет просьбу священника и идет в этот дом. А еще точнее, в ту комнату наверху, где он уже встречался с Мэримоном. И здесь он видит ужасающую картину. Здесь возникает из ниоткуда скелет.
живой мертвец. Но мы видим, что здесь, судя по всему, не работает привычная тактика боя у Шарля. Кстати, ранее все время называл парирование финтами. Это неправильно. Обычно я использую все-таки парирование. Сейчас Шарль пытался парировать удары, а потом использовать пробивающие удары. Но вот как раз здесь оказывается очень эффективной тактика именно финтов. Вот то, чем сейчас Шарль занимается. Конечно, оружие сейчас у Шарля, я напомню, у него клейбэк одет, совершенно не подходит для такой тактики. Видим, какой минимальный урон этот клейбэк наносит в финтах. Напомню, что клейбэк у Шарля с балансом 1.8, это совершенно обратный баланс, чем тот, который нужен для финтов. Для финтов чем меньше, насколько я понимаю, тем лучше баланс. То есть, наверное, оптимальный где-то в районе 0.1 или 0.2. Кроме того, все-таки, видимо, для финтов гораздо больше подходит легкое оружие, а не тяжелое, наподобие клейбэга. В общем, у меня уже возникла идея, что Шарль сейчас прекрасно себе может представить, что бы было, если бы он все-таки взял сюда легкое оружие из своей коллекции. Она, может, и не слишком богатая пока что, но тем не менее там есть достаточно заслуживающие внимания экземпляры и легкого оружия в том числе. Ну а здесь, в общем, запаситесь терпением. Я, в общем, отчасти не только для прикола, но и с точки зрения эффективности здесь использование финтов все равно себя оправдывает. Так вот, я попытаюсь даже тяжелым оружием, то есть клейбэгом, забить этого живого мертвеца исключительно финтами. Скажем так, это не мой стиль фехтования, но вот именно в данном случае вы могли заметить, что именно парирование, которое я все время, еще раз подчеркну, называю финтами, называю это неправильно. Так вот, парирование не работает. Дело в том, что здесь парирование почему-то не выбивает энергию совсем этого мертвеца. Поэтому единственный способ, чтобы он не наносил большой урон Шарлю, так как этот мертвец легко пробивает блок, естественно. Так вот, единственный способ — это использовать именно финты. Но видим, что финты как раз здесь очень эффективны. Ну, прямо скажем, видок у этого мертвеца специфический. Я уж не знаю, поменяли, но, по-моему, все-таки поменяли его внешний облик. Может быть, даже вот как раз тем патчем, о котором я уже сказал в начале этой серии. Потому что раньше, по-моему, все-таки он больше на скелет именно был похож. А здесь, в общем, скорее это напоминает какую-то одежду под скелета. То есть такое костюмированное шоу. Ну да ладно, в общем-то, все не важно, но тут увидим, насколько много жизни у этого мертвеца. Убивать его долго и упорно. Конечно, можно было бы, наверное, быстрее его убить, безусловно, пользуясь блоком и пробивающими ударами, но при этом Шарль потерял бы больше жизни.
больше здоровья. Мне нет, все-таки больше жизни. Ну и просто мне вообще прикольно так фехтовать, еще раз подчеркну, для меня это достаточно необычно. Вообще в самом начале прохождения я говорил, что я использую всего 4 вида. Вернее, 5 видов, всего 6 видов здесь действует. То есть это рубящий удар, колющий удар, пробивающий удар, блок, парирование, финт. Так вот, я, в общем, финтами практически никогда не пользуюсь. Использую всего 5 вариантами. А здесь, в общем, самым эффективным, еще раз подчеркну, оказывается 6-й. Возьмем это на вооружение. Но правда сказать, что не всегда это или получается. Вот сейчас как раз помогает то, что этот живой мертвец оглушается каждый раз после такого финта. Когда же не оглушается, то здесь как раз возникают сложности. Ну что ж, примем это к сведению, посмотрим, как это может тактика работать в других ситуациях. Ну, в общем, я всегда знал, что тактика финтов, именно не парирование финтов, она эффективна исключительно в дуэльных поединках, то есть там, где один на один. Там, где противников двое больше, эти финты все-таки, с моей точки зрения, намного менее эффективны, чем парирование. Вообще, конечно, странно, что здесь всего один мертвец, потому что, напомню, что пропали трое, а именно хозяйка этого дома и двое нищих. Но забегая вперед, скажу, что это мертвец как раз хозяйка, которая перестала выходить на улицу и вообще исчезла. А вот куда делись двое нищих, неизвестно. Также я напомню, что для Шарля этот Мэриман, когда он с ним встречался, давал ему череп, остался загадкой. Не слишком он был похож на коллекционера. Это, в общем, я отмечал тогда, когда проходил Голландский гамбит. Ну, в общем, Шарль правильно для себя все отметил. Действительно, никакой он не коллекционер, а черный колдун, которому этот череп нужен был не в качестве экспоната его коллекции, а в качестве, видимо, какого-то ингредиента для его колдовства. И Шарль теперь может наглядно видеть, каким результатом это колдовство приводит. Что сказать, опасный человек, и, безусловно, Шарля в любом случае нужно найти его и ликвидировать. Ну, естественно, достать череп.
Ну вот, наконец-то все. Ох и долго убивать было финтами Клейбегом. Но видим тут ряд предметов. В общем, Шарль сейчас отметит, что по предметам, которые он снял с трупа, он узнал, что это и есть хозяйка этого дома. А теперь ему нужно отправляться к отцу Клеменсу и рассказывать ему об увиденном, интересоваться, что делать дальше. И вот на этот раз Шарль взял из своей коллекции, нацепил легкое оружие, которое наиболее пригодно для финтов. Видим, что это Бретта. Номинальный урон 53, баланс 0.1. Посмотрим, велико ли будет отличие от фехтования при помощи финтов Клейбегом. Я думаю, что велико все-таки. Но ожидания, естественно, оправдываются. Действительно, урон это Бретта финтами наносит, наверное, раза в два больше. Хотя, честно говоря, ожидал еще большего эффекта. Вообще, Шарлю не слишком здесь везет с клинками. Дело в том, что традиционно для меня основной источник пополнения коллекции клинков – это клады второго уровня, то есть клады по двум половинкам. А здесь не слишком, еще раз подчеркну, Шарлю везет с этим. Наверное, он нашел уже не менее десятка такого рода кладов. И, в общем, по-моему, один или два клинка всего лишь. Но будем надеяться, что вот тот клад, который он найдет при помощи половинки карты на маяке Барбадос, принесет еще какой-нибудь хороший клинок. При этом Шарль в этих кладах нашел два флотских карабина. Они ему совершенно не нужны. Да, в общем, даже если бы он был бы стрелком, то два карабина ему точно не понадобились бы. Но вообще, откровенно говоря, я не подумал. Придется, наверное, то, что придется. Вероятно, я покажу еще третий бой. С этим скелетом. Дело в том, что я совершенно забыл про Дагу Коготь Вождя, которую дал Шарлю, напомню, Академис Ковид в самом начале в оплату своего долга, и сказал, что этой Даге чудодейственные свойства какие-то. Но вот пока Шарль не знает, что это за чудодейственные свойства. Он даже подозревает, что Фадей просто его обманул. Но не стоит думать, что Фадей такой уж обманщик. Вернее, может, он, конечно, обманул, но дело в том, что, в общем, у Даги эти свойства, как ни странно, действительно есть. Они заключаются в том, что ею можно наносить очень существенный урон по нежити. Так вот, я совершенно забыл про это. Я думаю, что теперь стоит посмотреть, какой будет эффект от фехтования с этим скелетом с помощью Даги.
Тем более, что урон, конечно, мы еще раз повторю, можем видеть, наверное, раза в два, может даже больше. От ударов финтами этой Бретты больше, чем плейбегом, естественно, но все равно он поменьше, чем я ожидал. Продолжая тему клинков, я хочу сказать, что в Сент-Джонсе в аптеке можно приобретать для этих клинков самые что ни на есть максимальные характеристики, которые вам нужны. Для этого нужно положить в сундук в этой аптеке, а потом взять. Ну, в общем, я этим пользоваться не буду. А может быть, уже нельзя так делать, я не знаю, в общем, можете проверить. Ну, наконец-то этот скелет повержен. В общем, я думаю, что попробую я теперь еще и с Дагой пройти этот эпизод. Теперь Шарль пойдет в этот дом, нацепив Дагу коготь вождя. Вот это Дага. Видим, что у нее номинальный урон 30, баланс 1.1. Специальное оружие для нежити. Первые же удары показывают, что действительно Дага наиболее эффективна против этого скелета, по крайней мере, в плане нанесения ударов финтом. Хорошо, что этого скелета, вернее, у этой хозяйки, превратившейся в живого мертвеца, нет пистолетов. Иначе, конечно, все было бы сложнее. Вообще, между скелетом, не только скелетом, с пистолетом, а без пистолета большая разница, как вы понимаете. Особенно с ростом ранга, где эти персонажи, которые противостоят Шарлю, хорошо прокачаны в плане стрельбы. И имеют очень приличное огнестрельное оружие. Ну что, Шарль, естественно, принял это к сведению. Я думаю, что активно будет использовать эту дагу теперь. Ну вот и все. Ну что тут можно сказать? Бедный Юрик. Шарль сразу идет в церковь к отцу Клеменсу. К моему удивлению, он здесь есть даже ночью. И Шарль ему сразу рассказывает о том, что он видел в доме, где снимал комнату Жаким Мариман. А именно, что на него там напал живой мертвец
с топором. И Шарль еле от него отделался. А также он говорит, что нашел в карманах этого мертвеца женские украшения, что свидетельствует о том, что это бывшая владелица этого дома. Клемент же говорит, что он здесь тоже видел Жоакима Мерримана, но не обратился в Святую Инквизицию, потому что у него плохие отношения с отцом Винсента. А также он говорит, что давно знает Жоакима Мерримана, когда он был еще скромным каноником в одном из приходов Лиссабона. Жоаким Мерриман был там знатным дворянином, и вот однажды он увлекся колдовством, и после этого он занимался разными плохими вещами. Однажды его засекли за тем, что он выкапывал свежезакопанный труп на кладбище. После этого терпение переполнилось, и по приказу Инквизиции в дом Мерримана ворвались солдаты, обнаружили там жуткую лабораторию, где было полно расчлененных и целых трупов, а также костей животных. Дом Мерримана сравняли с землей, но сам он успел сбежать через потайной ход. Шарль же говорит, что, видимо, ему, его исследованиям придал новый импульс череп Юмсемиля, который, собственно, он уже ему продал. Клемент же говорит, что теперь беда, видимо, случилась рядом с Гаваной. Ему прислал письмо тамошний настоятель, отец Фолька. Он говорит, что рядом с пещерой в джунглях стали появляться живые мертвецы, а также стали пропадать люди в Гаване. В общем, это неспроста. Понятно, что Шарлю теперь надо плыть в Гавану, разговаривать там с отцом Фолька и выяснять, что же там происходит в пещере около нее. И вот Шарль уже в церкви Гавана. Здесь он идет к отцу Фолька и сразу говорит тому, что он прибыл от отца Клеменса, которому тот послал тревожное письмо о том, что здесь на Кубе рядом с пещерой в джунглях расхаживают живые мертвецы. Он также пытается сразу выяснить, не россказни ли это и не выдумки, но отец Фолька говорит о том, что об этом ему сообщили люди, заслуживающие доверия, а также благодарит Господа, что хоть кто-то откликнулся на его тревогу. Дело в том, что он направил сигнал отцу Винсента, но Святая Инквизиция пока не торопится присылать сюда солдат. Но вообще Шарлю надо торопиться, насколько я помню, через 2 дня сюда пришлют испанских солдат, и квест будет провален, если Шарль не поторопится. Также ему дается здесь амулет «Святая вода». Теперь ему нужно идти к местной пещере и разбираться там с живыми мертвецами. У локации входа в пещеру Шарль встречает охотника, то есть мушкетера. Видимо, он и сообщил отцу Фолька о том, что здесь есть живые мертвецы. В общем, он сообщает Шарлю, что у них могут задрожать поджилки, но Шарль отвечает, что он уже столкнулся с одним таким мертвецом в Вильямстаде. Этот мушкетер-охотник вызвался помочь Шарлю и его абордажникам. Шарль, естественно, не отказывается. Но видим, что здесь скелетов совсем немало. Самое главное, мне кажется, в этом бою это не задерживаться, не давать себе стрелять в спину этому мушкетеру и своим абордажникам. Иначе сразу, в общем, бой будет проигран. А так, в общем, здесь особо ничего сложного нет. Но сразу замечу, что Шарль еще заглянул на свой корабль и дал своим абордажникам амулеты, а также, собственно, сам взял себе эти чингиту оберег Скорпиона, а остальным абордажникам он дал противоядие. Ну что ж, теперь идем в саму пещеру, там будет еще тяжелее, я думаю. Бой предстоит сложный. Скелеты здесь очень прокачанные. У них не только масса жизни, но еще и очень хороший огнестрел. Плюс отличные навыки, видимо, пользования этим огнестрелом. Пространство здесь очень маленькое, узкое, поэтому вернуться от пистолетных выстрелов практически нет никакой возможности. В этой связи абордажники здесь едва ли не все время погибают, то один, то другой. Поэтому, если, скажем так, вы можете себе позволить потерю абордажников, то, в общем, бой, наверное, я бы не сказал, что очень сложный.
А если нет, то он действительно проходим далеко не с первого раза. Здесь можно форсировать, скажем так, этот бой таким образом, чтобы запереть этих скелетов сразу там, где вода, и драться с ним в узком проходе. Наверное, с первой партией скелетов так расправиться действительно проще. Но дело в том, что я приоткрою небольшой секрет, что появится вторая партия. И вот здесь как раз эта тактика может обернуться боком. Дело в том, что в этом случае все наши абордажники будут находиться спиной к тем скелетам, которые возникнут во второй партии. И в этом случае практически гарантированно теряем либо одного, либо обоих абордажников. Но вот видим, если мы все-таки не деремся таким образом, то абордажники лицом, расположены к скелетам, и здесь больше шансов. Ну, Шарль здесь, в общем, конечно, у него еще одна задача, не нахвататься потери жизни таким образом, чтобы не терять здоровье, то есть, чтобы оно не ухудшилось. Но я надеюсь, что пока Шарль, в общем, справляется с обоими задачами, то есть, абордажники вроде как целы. И сам Шарль пока, по крайней мере, не схватил серьезных повреждений. Мушкетер, по-моему, к сожалению, охотник погиб. Но здесь у него мало шансов. Вообще, у мушкетеров в таких маленьких локациях изначально шансов немного. Ну и, что называется, на десерт здесь появляется этот воин. Юмсимили, я так понимаю, бога смерти. В общем, Шарль, конечно, идиот. Схватил на ровном месте пробивающий удар. Но практически убил одним пробивающим ударом этой палец и негодяй. Но вот теперь, конечно, я надеюсь, все-таки здоровье Шарль потеряет. Хотя, конечно, обидно на ровном месте схватить такое ударище. Теперь все дружно забьем этого мертвого негодяя. Кстати, такой же появляется в пещере, когда идем за драгоценностями Соломона Шневера в голландском гамбите по английской его версии, когда играем за Флитвуда. Но я вообще играл за тайную организацию, поэтому не сталкивались мы с ним еще. Ну да ладно, в общем, это уже не важно. В общем, Шар теперь разделся, нужно идти обратно в Гаван. Железный способ не терять абордажников в этом бою в пещере — это просто снять их. И вот я решил посмотреть, справится ли один Шарль де Мор при помощи даги коготь вождя со всеми этими скелетами. Ну понятно, что охотник здесь обречен с самого начала. Его не снимешь. И не скажешь, чтобы он не шел в пещеру, к сожалению. Начало не слишком удачное. Но видите, что я здесь решил применить ту же тактику, которая была в Вильямстаде. Правда, здесь ситуация посложнее. У этих здесь скелетов куча огнестрела. Они наверняка им будут активно пользоваться, поэтому урона жизни Шарля они просто гарантированно нанесут немало.
приноровиться надо еще как пробивающим ударом. Ну вот, началось, я вижу. Сразу скажу, что Шарль, в общем, сюда не взял. Роман по-прежнему лечится имбирным корнем. Так, в общем, я здесь не планировал то, что Шарль будет получать какие-то серьезные повреждения. Ну, в общем, в принципе, так оно и есть. Этот тоже за пистолетом полез. Если бы, конечно, не эти пистолетные выстрелы, наверное, я бы признал вообще этот способ оптимальным прохождения этой боевки, а так, в общем, вам решать. В общем, понятное дело, что Шарлю, конечно же, нанесут здесь больше урона, чем с абордажниками. Более того, велика вероятность, что все-таки здоровье он потеряет после этого боя. Но также замечу, что изначально, в общем, брал амулеты, которые предназначены больше для боевки с абордажниками, или что появились новые скелеты, и они палят, что называется, не ограничивая себя ни в чем по Шарлю. Ну да, конечно. Но здесь, в общем, повезло, что хотя бы один из них подбежал к Шарлю, иначе они могли вообще все палить одновременно из своих четырех стволок, тогда у Шарля вообще не было бы никаких шансов. Так вот, в этом случае понятно, что Шарль все равно получит больше урона и, скорее всего, все равно потеряет здоровье. И здесь я думаю, что рационально было бы брать амулеты жизни, ну, прежде всего Мадонну, наверное, хотя, в общем, он мне не очень нужен, святую воду, которая увеличивает жизнь, здесь, в общем, жизни особо не нужно. Но прежде всего Мадонну понадобилось в плане сокращения влияния на здоровье. В то же время амулеты, которые сейчас на Шарле, именно кукла Вуду, Горбун и Секира, они, в общем, для такой тактики абсолютно не нужны. Поэтому я-то выберу в любом случае, конечно, вариант прохождения с абордажниками. Там, по крайней мере, есть надежда, что здоровье Шарля не пошатнется. Здесь же, я думаю, такая надежда очень слабая. Опять пробивающий удар. Еще один. Thank you.
Ну вот, скелеты повержены. Я думаю, самое время сохраниться на всякий случай. Я думаю, что я сделал большую ошибку, что не сохранился в предыдущий раз, перед тем, как сразиться с этой абразиной высохшей, которой, видите ли, нужна кровь Шадра. Откуда он знает, может, у Шарля другая группа крови, чем та, которая ему нужна. Но здесь я также буду использовать ту же самую тактику. В принципе, наверное, с какого-то раза можно было бы, наверное, слить такую ситуацию, что эти скелеты поменьше будут стрелять. И здесь, наверное, можно было бы даже поменьше получить урона, но, в общем, я, честно говоря, этим заниматься здесь сейчас не буду. В общем, я показал, что, по крайней мере, теоретически есть такая возможность пройти одному, без помощи абордажников, этот момент, даже на самом сложном уровне. Мы также видим, что хорошо работает эта дага и здесь. Она очень эффективна. Что ж, все повержены. Смотрим журнал, и там написано, что нужно возвращаться в Гавану к отцу Фолька. Самое главное, здесь теперь нужно разыскать Жоакима Мерримана и воздать ему должное за бесчеловечные опыты, которые он здесь творит на Кубе. Но я думаю, что все это мы уже будем делать в следующей серии. А эта серия закончена, продолжение следует, пока.